Привет! Сегодня на день рождения мы попразднуем в Турандоте. Это мои лучшие друзья. Привет! Милана, Ангелина, Ира, Лиза, Маргоша, Ева. А сколько Варе сегодня лет? 11! Вау! А вы приготовили для нее поздравления, песни какие-нибудь? Да! Очень красиво. Прекрасные подарки. Вот это мне подарила Злая. Это песочек такой? Понятно. Да. Подожди, ну-ка, давай посмотрим, что там за песочек. Это тут тортики можно будет делать, что ли? Вау! Вау! У меня вот такая одежда. Вот такая мне платье. Долго выбирала? Да, достаточно. Очень красивая. Еще мы подарили детские прически. А еще это какой-то колено. А вы все куклы Лол собираете? Да! Даже за Олега кто-нибудь играет или только Лол? Я играла. А в Барби? Нет! Это забытый, это не правда. У меня тоже есть. Это включать или нажимать на самого. А вы не говорите? Подружка подарила вот такой вот шарик Лол, Злата, и я сейчас его буду распаковывать. У меня из этой коллекции есть уже две куколки. Итак, что же нам за подсказочка попалась? Так, нам попался свет, камера и эта девочка, девочка танцующая. Она умеет менять свет, плюваться, плакать и делать свои дела. И это будет золотой шар. Вот. Да, кстати, у Вари золотой шар. Что же это будет? Ботиночки. Это ботиночки. Ботинки. Они такие. Не с блестками, но такие. Так. Вау. Смотрите, какая. Я покажу, я знаю. Еще подъемничек есть. Раз. Да, такая. Манекен. Два. Три. Давай, ну круто. Нет, я знаю, какая мне вывалится. Не поли контор. Которая, сейчас. Мне вывалится вот такая. Какая? Вот такая вот девочка попадется в лапы. Да! Да, попадала! Ой, какая же лапочка! И что у нас попалось? В аксессуарах. Нам попались очечки. Вот такая вот нам лапочка попалась. И не меняет цвет. Да, ей добивают водичку, чтобы Варя поверила, что она... Как она что делает? Оп, с горкой. Варя. Вот как она. Варя. Я неаккуратно в бутылочку попала. Давай и... Подними. Она не плюет. Кажется, подгузники пора менять. Вот такая вот девочка, Варя. Она писает. Варя. Вот так. Она большая. И она не меняет цвет. Она стала большой. Темнота. Варя. Ее зовут... Супер Биби. О, Супер Биби, класс. Сейчас мне показывают. Мне принесут песочек, и я буду смотреть песок. Да. Но это уже в следующем видео. Пока. Что это было? Походу Человек-паук, люди. Человек-паук, что это делает? Вот это экшен. Ой,
ежика своего. Какой он хороший. Его так хочется погладить. Да. Подписывайтесь на канал Just Play. Ставьте много-много лайков. Много-много лайков. И пишите комментарии. Да, пишите. Хороший. И в нашей соцсети Instagram, Facebook и ВК. Загадывайте желания. В этих стенах желания обычно сбываются, Варвара. Ну, в добрый час. Браво!